Добрый день, дорогие жители города Челябинска. Мы рады вас приветствовать в этот праздничный день. Всех с Днем Защитника Отечества. Вот мы поем эту древнюю мантру, Хари Кришна мантру, которая всего состоит из трех слов. Кришна переводится как всепривлекающий, вселюбящий Господь. Хари – это его энергия. А Рама – тот, кто дает радость всем живым существам. Можно воспевать различные имена Бога. В христианстве есть Иисус Христос, монахи воспевают также, верующие люди воспевают молитвы христианские. Вот в мусульманстве поют имена Аллаха, также еще есть 99 имен Аллаха, и также читают намаз. В этот век, говорится, железный век, очень легко можно достичь совершенства, просто воспевая имена Бога. Можно это делать в уме, вслух, шепотом, громко, так как мы это делаем. Чем громче, тем быстрее до сердца это звук доходит. Желаю вам удачи. Хари Кришна, мы продолжаем петь дальше. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Hare Rama, Hare Rama.
Hare 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 Hare
Кришна.